Всем привет, ребята! Вы на канале Игрок Ракса. Хочу поделиться с вами такой новостью. Значит, мой канал относительно молодой, поэтому я хотел монетизировать свой канал. Монетизация значит то, что вы будете получать как бы заработок со своих видео. Поэтому я начал активно добавлять видео на свой канал, потому что раньше, чтобы монетизировать свой канал, это в разделе «Творческая студия» монетизация было такое правило. Значит, канал должен набрать 10 тысяч просмотров, и YouTube тогда его рассматривает, подходит он под монетизацию. То есть дают добро каналу или не дают. Я такой радостный, у меня там 3К просмотров было. Стою набирать эти просмотры, и тут выходит 16 января этого года, 18, новое правило. Ну, для меня, например, просто нереальное. То есть так, теперь для всех YouTube каналов, и насколько я знаю, те, кто монетизировал его уже, даже и не выполняет новых условий, теряют монетизацию. Поэтому такие новые правила у нас. Это первые 4000 часов просмотров ваших видео за последних 12 месяцев. То есть, ну, это очень много. У меня, например, ну, я реально начал только выкладывать там пару недель назад видео активно. У меня только 171. Но это, ну, очень далеко мне идти. И плюс вторая, в принципе, возможно, даже еще более нереальная, это 1000 подписчиков. У меня только 11. Поэтому, ребята, давайте поддержим каналы друг друга. Оставляйте в комментарии ссылочки на свои каналы. Подписывайтесь на мой канал. Я подпишусь на ваш канал. Обязательно обменяемся лайками. Хотя бы поддержим друг друга, чтобы было нам всем легче жить в этом мире. И мы все получили дружно монетизацию. Хоть какой-то заработок получили от того, что мы работаем и выкладываем видео для людей. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите звоночек. Всем добра. Всем монетизации. До свидания.